Привет, это канал Real Game. Сегодня ограбим казино Diamond. Подготовились на высшем уровне. 5 эпизодов ушло на подготовку. Кому интересно, плейлист ограбления казино Diamond. Сейчас двигаемся к канализации. Там припрятан бур, при помощи которого проникнем непосредственно в само казино. I gotta tell ya, it feels good to be back in the driving seat. Metaphorically speaking, of course, actual driving aggravates my hives. Anyways, the calm before the storm. Running through contingencies and backup plans in my mind. Feeling sweat patches creep down my back. Oh yeah, I've missed this. Казино берем методом штурм. Тяжелая броня, пару пулеметов. И валим всех подряд, кто стоит у нас на пути. Here we go. Казино осталось по правую сторону. Мы уже почти на месте. А вот и наш бур. That's the entrance. Follow the tunnel. It'll take you right down till you're on the same level as the vault. All right, everyone, head into the tunnel, and we're just a medium-sized explosion away from the vault. Двигаемся по заранее подготовленному тоннелю, и тогда окажемся на одном уровне с хранилищем. А там в игру вступает взрывчатка. Бурильная машина постаралась на славу. Годный тоннель мантульнули. Я на месте. Готово! В укрытие! Let's go! Оружие к бою! Гасим всех подряд и пробиваемся к хранилищу. В тоннеле случился обвал. Похоже, нам придется искать другой выход. Но, как говорится, моряки об этом не грустят. Здесь необходимо одновременно вставить две карты, чтобы двери открылись. Давай работаем, вставляй уже карту. Есть контакт, двигаемся дальше. Гоу, гоу, гоу. Вообще проще простого получилось. Сейчас будем скрывать дверь хранилища. Дверь массивная, так что взрывчатки не жалеем. Okay, now it's a big door, so don't be stingy with the explosives. And get clear before you push the button. Давай в укрытие, сейчас будем взрывать. Everyone clear? Go! Let's go! Open up your phone and fire in the goddamn hole! У нас чуть больше 2 минут. Работаем. После истечения времени
хранилище заполнится ядовитым газом. Когда время истечет, лучше бы нам быть как можно дальше отсюда. За отведенное время вдвоем, конечно, много не унесешь. Можно было бы и подтянуть еще людей, но первое, им нужно будет заплатить, и они захотят ровную долю. Второе, где гарантия того, что они не окажутся рукожопами? Ты сделаешь основную работу и просто тупо забашляешь за балласт. Или еще чего хуже, сорвут ограбление. Так что как есть, так есть. Все идет по плану, время еще есть. Получится больше ляма по любе. Все, 10 сек. Gas incoming. 10 seconds. Нехер даже рыпаться, двигаюсь к выходу. That's it. Get the hell out of there or you're dead. Ожидаю здесь подельника. А вот и газ пошел. Давай кидай там все, погнали на выход. Хапанешь сейчас газа и хер тебе какие бабки понадобятся. Давай, втыкай карту и валим отсюда. Они подтянули подкрепление в комнату охраны. Другого выхода нет, пробиваемся с боем. Чем больше эти утырки по нам попадают, тем больше мы теряем бабла. Завалить меня или подельника сложно будет, так как тяжелая броня делает свое дело. Писюн, бля, затаился здесь. Ща еще и легавые на подходе подтянутся. Вообще начнется жара. Здесь есть еще одна тема, потайной сейф. Там тоже, как правило, можно нарыть немного денег. Нужно двигаться в темпе вальца, пока дверь не закрылась. А вот и деньги. Забираю все до последнего бакса. Лестер курсует о том, что возможно уже спецназ подтянулся. Ты хоть черт лысый, по барабану, всех положим. С тяжелой броней многие моменты упрощаются. При других подходах ограбления, если завязывается перестрелка, устоять очень сложно. Но во всех подходах без исключения есть какие-то плюсы, какие-то минусы. Как и везде. Все норм, двигаюсь на выход. Нэти, пьюс!
отлично, вот и выход. Необходимо в темпе вальса покинуть территорию казино. По всей окрестности рассредоточены бойцы спецназа. И они очень недружелюбно настроены. Да чё ты, бессмертный там что ли? Вертушка на подходе, нужно ускориться. Эх, блин. Okay, the decoys are go. They're splitting up to cover it. Now's your chance. Транспорт для отхода здесь неподалеку. Но я предлагаю взять вообще левую тачку. Она пошустрее будет тех, что у меня припрятаны. Давай уже садись в машину, поехали! Еще один лайфхак! Уходим через Канолюгу. Там-то легавые точно потеряют след. И вертушка мне там не страшна. Адьос, амигос! Необходимо выбраться на поверхность после того, как сбросят розыск, и добраться до скупщика. Визуально, лабиринты здесь еще те, но на самом деле все относительно линейно. Все норм, легавые перестали нас искать. Сейчас без палива двигаемся к барыге. Они обновили розыск. Походу, моя ошибка. Слишком близко приблизился к казино. Нужно было ехать другой дорогой. Ладно, что делать, прорвемся.
Попробуй уйти здесь. У меня 5 звезд, не так просто сбросить. Да отцепитесь вы уже наконец! Хрен бы нас возьмёте! Друзья, напомню вам, что вы на канале Real Game, и если вам заходит такой контент, рекомендую подписаться. Впереди еще будет много интересных эпизодов. Мусора активно за нас взялись. Еще бы! Так дерзко труханули Дэймон. Они там все, наверное, подофигели. Впереди блокпост, нужно с ним разобраться. Да ты что творишь? Свалил отсюда? Бля, наша тачка уже чуть едет. Хорошо бы сменить ее. Дальше на мусоровозке двигаться будем. Давай, браток, погнали отсюда, пока ветер без камней. Нужно в темпе вальса сбросить хвост, до скупщика уже недалеко. Ну чё ты, чёрт, бессмертный что ли? Спустя энное количество времени легавые все же от меня отстали. Барыга уже походу заждался меня. Ну чё тут поделаешь, форс-мажор. Опа, чуть поворот не пропустил. Ну чё вы, бандосы, делаем делюгу и разбегаемся. Походу напряглись там, что на мусоровозке под канале. Расслабьте булки, обстоятельства так сложились. Это я чё? С бабищей этой тему мутил, а дело б чё поприличней, стыдоба. Ну да ладно, норм справилась. Годное ограбление, за это и бухнём. 621к плюсом, бабёнке этой прилипло 109. Ну чё, тоже not bad. Ограбление казино — старая тема, но и по сей день канает неплохо. По тихой грусти иногда можно замутить. Был у меня, друзья, простой нехеровый на канале. Не было возможности снимать новый контент, но об этом как-нибудь в другой раз расскажу. Вышло новое крутое обновление. Материала намутил уже достаточно. Сейчас приступаю к монтажу. Так что в скором времени появится новый контент на канале. Так что подписывайтесь, друзья. Как говорится, welcome, guys. Всем добра, до новых встреч.